Жила-была личность. Одни считали ее светлой, другие считали ее темной. А все на самом деле зависело от освещения. Причем от освещения внутри смотрящего. А я когда похудел, и похудел прилично, на 24 килограмма за 3 месяца, то есть это очень быстро, люди, которые меня встречали на улице, знакомые, говорили: «О, если ты здоров, если все в порядке, как сильно?» Другие говорят: «Какой молодец, как здорово, классно, красиво» и так далее. Вообще удивительно, на самом деле, удивительно восприятие людей. Почему-то, когда человек стройнеет, худеет, лучше выглядит, все такие: «Ой, а все ли хорошо?» Но когда человек поправляется, причем сильно поправляется, на 30 килограмм, на 40 килограмм, ходит с такой круглой мордой, с блестящим животом, никто не говорит, что: «Ой, что-то ты так поправился, ой, что-то ты так пополнел». Нет, никто не говорит. Типа, все хорошо, да? Но ведь наоборот, все происходит наоборот. Я не понимаю. Ну ладно. Смотрите, я завтракаю. Я считаю, что это самый правильный, один из самых идеальных завтраков, который только может быть. То есть это белок. Видите, у меня здесь творожок. Это сыр моцарелла, это яйца, красная рыбка, полезные жиры, то есть авокадо, красная рыба, витамин D, омега-3. Это очень полезный и сбалансированный завтрак, правда. Клетчатки в авокадо очень много, углеводов есть какое-то количество небольшое. Авокадо потрясающий, красная рыбка, ее можно заменить селедкой, скумбрией, оливки, как и авокадо, в принципе, хотя не советую заменять. Все такой завтрак, скажем, из полуфабрикатов, это самое полезное, что только может быть на похудение. Поэтому, кто хочет похудеть, никого не слушайте. Вы это делаете не для кого-то. Вы это делаете для себя. Только для себя. И худейте на здоровье. Вот такой вот идеальный у меня завтрак. Смотрите, видите? Просто класс. И вкусно, главное.